Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня мы будем заливать наш аквариум водой. Он уже отстоялся 24 часа. И сейчас мы его будем наполнять. Наполнять лучше всего, конечно, шлангом. У нас нет возможности наполнить шлангом, поэтому мы будем бутылками. Наполнять баллонами не стоит, потому что можно случайно уронить баллон и разбабахать аквариум. И таким образом будем наполнять аквариум. Ну вот, мы залили половину аквариума и после некоторых споров решили поставить сверху вот такое усиление. Ну, на всякий случай. Хотя, в принципе, ничего такого не должно случиться, но пусть будет. И в процессе у нас обнаружилась небольшая течь. Такие течи проще всего прям с водой устранять. Мы берем на палец немножечко силикона вот так, и туда. Итак, вот наш аквариум. Мы уже заполнили его водой. Прошли сутки ровно с того момента, как мы его заполнили водой. Ничего нигде не потекло. Теперь он полностью готов. Сейчас мы с него сольем воду и уже установим на место. И будем его, так скажем, заполнять. Если кому интересно, заходите. Будут новые видео по поводу того, как выбрать камень, какие коряги, как их подготовить. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал.